Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хочу попросить вас о помощи, подписаться вот на эту замечательную семью. Семья большая, очень интересный канал у них. Посмотрите, если можете, ссылочка будет на их канал в описании. У них 4 деток, вот видите, 4 деток в декрете. Ну вот интересное, подпишитесь, пожалуйста, вот мне очень нравится. Я смотрела некоторые видео, и мне понравилось. Тут уже, вот видите, даже с 1 мая поздравили, а я еще такое даже видео не выпускала. Тут у них влоговый канал про семью, про кулинарию, поэтому подпишитесь, ссылочка будет на их канал в описании. Всем добрый день! Смотрите, у меня все грядки растаяли, клубника начинает уже оживать, надо будет ее сейчас скоро заняться ей. Но я хочу не это вам показать, ребята. Как всегда, я иду к своим цветочкам. Крокусы хочу вам немножко показать. Надо заняться ими. Вон, видите, какой голубенький, нежный. Но не это, вот тут вот нарциссы у меня сидят. А вот тут вот, смотрите, еще снег. И у меня вылезли мои подснежники. Белые подснежники. Одни единственный кустик. Надо его перекопать и пересадить отсюда. И вот так вот все тает потихоньку. Тут тоже все надо пересаживать. Густо очень зашло. Вот так вот. Снег набрала. Я в тапочках вышла. Тут я морковку сажу. 3 грядки обычно. Вот так вот. Ладно. Пройтись, посмотреть. Вот здесь вот у меня семенами лук. Видите, посажен. Видите, он начинает сходить. Значит, можно уже обычный лук садить головками. Раз он сходит, значит, можно садить. Угу. Лук вот я отрываю. Ем. Вот он у меня, вот он у меня, вот он у меня. И вот там еще есть. Вот так вот где-то он у меня. Видите, вот ряд, вот ряд, вот ряд, вот ряд, вот ряд, вот, вот, вот. Это я в том году садила семенами. Вкусно всходит, между прочим. Клубника еще не вся оттаяла. А вот здесь вот у меня ветку поломала. Ё-моё, обидно. Но потом откидаю, выйду, сделаю. И вот моя клубника. Надо тоже заниматься ей. Ладно, вот такие вот у нас дела наши. Дорогие друзья, провела я конкурс. И знаете, что я была удивлена? Екатерина Гилева, которая выиграла 3-й комплект постельного белья, оказалась женщина с Красновишерска. Я очень рада, поэтому в ближайшее время буду поздравлять победителя. Всем спасибо, что вы участвовали. Следующий конкурс будет на 5000 подписчиков, так что ждем. Так, дорогие друзья, сходила в магазин. Купила, купила хлеб, а тут Света что-то делает. Что делает, не знаю, что-то она хочет вкусненькое приготовить. Егорка кушать налаживает, как всегда. Да. Дальше взяла селедку, хочу сегодня сделать селедку под шубой. Светик, на, убирай, пожалуйста. Потом купила свеколку, все тоже для салатика. Дальше купила почтовые пакеты для того, чтобы нашим победителям отправлять посылочки. У нас пакеты, кстати, не дешевые. Самый большой 86, а средний 39. Это у кого победитель с полотенцами. Так, Светик, подержи, пожалуйста. Потом дальше. Молочко. И купила еще нашим победителям 4 шоколадки. Шоколадки будут вот такие вот. Это чисто для победителя. Прибери в холодильник подальше. И пришла у нас, наверное, это, наверное, Оксанкина пропись. Забыла, Илья. Мама разяла, забыла купить.
Так, подожди. Сейчас посмотрим, что там у нас пришло. Так, прописи для дошкольников. Вот такую вот пропись я заказывала на Озон для Оксинки от 5+. Вот такая вот пропись. На, Оксана, иди занимайся. Вот такие вот все мои покупочки в целом. С одним победителем я уже связалась, так как она с Красновишенска. Завтра я ей приз уже увезу. Остальные пока еще не написали. Но знаете, многие те, кто, у кого подписки были закрыты, многие написали, не, они как бы не сильно расстроились. Но один написал не очень хороший комментарий, поэтому... Не обижайтесь, дорогие друзья, просто надо было выполнять все условия. Это не от меня зависит. Условия предоставлены, будьте добры выполнять их. Поэтому надеюсь, что не обидятся остальные. И это не последний конкурс, у нас еще будет конкурс. Так что оставайтесь с нами. Дорогие друзья, поставила варить морковку с картошкой для салатика. А также отдельно поставила варить свеклу. Буду сегодня детям готовить селедку под шубой. Муж сходил в магазин и купил огурчики. Знаете, недовольна. На нескольких огурцах пришлось вырезать очень много гнили. Я говорю, ты сам-то не выбираешь? Он говорит, продавец как ложит, так и ложит. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Так что оставайтесь с нами. Дорогие друзья, сделала селедку и не успела заснять. Разобрали. А тут Света какую-то делает... Зефир. Зефир? Да. Какой-то зефир делает, но он, правда, мягенький. Желейный. Желейный зефир какой-то делает. Пробует. А салат вот весь разобрали, я даже еще не ела. Но дети довольные. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Дорогие друзья, вот такую вот вкуснятину Света сделала. Вот сюда показывает. Смотрите, какая она получается. Тягучая желейная конфетка. Очень вкусная, сладкая. Рецепт скажешь потом? В следующем видео она вам сделает такое. Она мне скажет, что ей купить и вместе с вами сделает. Если хотите этот рецепт, то пишите комментарии, да, Светик? Всем, кто кушает, всем приятного аппетита! Вот такой вот, дорогие друзья, у нас был день. Сегодня и салат сделали, и много всего интересного сделали. Там Катюшка. Если вам понравилось, то ставьте нам пальчик вверх. Да, Светик? И всем пока-пока. Пока-пока. Всем привет, дорогие друзья. У нас новый день, новый влог. Я приехала в город по делам. И сейчас иду мне на победителю моему вручить подарок. Одна, как я уже говорила, подписчица живет в нашем городе. Она сейчас подойдет на остановку. И я ей вручу комплект постельного, шоколадку. Ну и решила сейчас в эту эпидемию еще и каждому победителю положить по маске. Вот и положу еще масочку. Иду потихоньку. Ездила, документы сдавала. Надеюсь, что-то получится у меня. Хорошо сегодня на улице, так тепло. Прям благодать. Устала уже. Вроде тонкую куртку одела, все равно что-то жарко запыхалось. Аж не могу. Вот так вот и иду. Видите, у нас в городе еще даже много снега лежит. По обочинам в основном. Дома старенькие, но хорошие. Это вот все идет ряд каменных домов. И завтра повезу Егорку фоткаться на паспорт. Сегодня зашла, узнала у этого мужчины, во сколько и как. И поедем с ним фоткаться. А то парню 14 исполнилось, а все еще не сфоткала. Ладно, идем победителю вручать подарок. Все, ребята, приехала я уже с города, съездила, сдала все документы. Надеюсь, что-то получим. Сейчас покажу, что купила, покупки какие. Свет, ну не надо сейчас.
Потом сделаю. Оно еще не нажимается, еще открывать надо. Ладно, сейчас покажу, что купила в магазине. Заходила я, ребята, в фикс прайс после того, как документы сдала. И сегодня, да, победитель у нас получил приз. Фотографии вставлю с нашим победителем. Купила в фикс прайсе антибактериальное жидкое мыло. Ребяткам вот такое вот. Потом дальше взяла трубочки. Детям понравилось пить чай из трубочек. И соки, и чай, и все что угодно. Потом взяла себе на телефон вот такие вот самые простые наушники. 55 рублей стоят, потому что у меня вообще никаких наушников нет. И клеевые стержни для пистолета у нас закончились. Вот упаковочку себе взяла. У меня там есть ленточки. У мамы шестерых детей канал есть, ссылочку, кстати, оставлю в описании. Я смотрела, как она делает бантики. Я решила тоже поделать бантики, тем более есть. Это прибери мыло, я уже показала его. Света уже руки им помыла. Потом дети у меня давно просили вот таких вот печенек в железных банках. Ну, печеньки-то, конечно, они будут есть, а банки маме достанутся. Ну вот, красивые, два разных взяла. Потом в другом магазин я зашла, у нас тут взяла свинина по 260 рублей. Вот этот кусок у меня вышел почти на килограмм. Ну, вот такой тут, вот совершенно маленькая вот эту вот косточку, вот она. А остальное все мясо идет. Мясо всегда надо. Хоть у меня и полная морозилка, уже пихать некуда. Потом дальше кефир взяла. Это я сегодня хочу ленивые пирожки сделать. Рецепт вам покажу. Еще на Алу купить для этого. Но пока в магазин еще не привезли, попозже схожу куплю. И взяла 3 литра молока. Также с маленьким взяла вот такие вот штучки какие-то интересные. Подожди, Марина, подожди. Какие-то вот такие вот интересные штучки. Света, печеньки открыла? Ну, покажи, какие. Вот такие вот, видите, там печеньки. Им очень нравятся. А вот эти формочки потом можно использовать для кексиков и фигать. На. И вот такие вот 3 баночки. Баночки потом я себе для бисера заберу. А это вот вкусняшки. И взяла 30 яичек. Ну да, это вот интересные какие-то сахарные дрожжи. Взяла. Они дешевенькие были. Маленьким чисто взяла. Вот такие вот сегодня у меня все покупочки. Дорогие друзья, также хочу вас попросить подписаться на канал Мир Особенной Дашули. Девочка, рожденная с небольшими отклонениями, очень замечательная, такая очень позитивная, очень, очень хороший ребенок. Я вчера у них побыла на трансляции, но я, конечно, не писала, но была на трансляции. Потому что я в основном, когда что-то делаю, тогда и слушаю. Но мне очень понравился этот канал, поэтому я прошу вас подписаться. Мама с папой молодцы. Я желаю огромного здоровья этой девочке, огромного терпения ихним родителям. Они молодцы. Ссылочка также, дорогие друзья, будет в описании. Поэтому проходите и подписывайтесь.